Доброе утро. Сегодня 9 августа 2022 год. И сегодня у нас интересное событие. К сожалению, наш тренер по айкидо заболела, Люба заболела. Юра будет вести первый или уже второй класс айкидо, а Лиэль будет помогать. Как это все, мы сейчас увидим. Лиэль. Ни пуха, ни пера. У тебя все получится. Теперь тяну сами себя вняли. Теперь с другой стороны по диагонали и сами себя вняли. Раскрылись, обняли. Раскрылись. А теперь назад бросаем. О, молодец, Кристина. И ч, и са, и го. Зашла, развернула бросить. Хорошо, сели. Даня пригласила.